Ушел из жизни Алексей Булдаков, актер, которого знали и любили миллионы зрителей. Как сообщили в Союзе кинематографистов, он умер в Монголии, у него там были гастроли. Алексей Булдаков известен прежде всего по ролям в комедиях «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Реплики его героя Иволгина разобрали на цитаты. Карьеру Алексей Иванович начал в театре, в кино стал сниматься с 1982 года, в его фильмографии более 100 картин. В 2009 ему было присвоено звание «Народный артист России». Алексею Булдакову было 68 лет. Thank you.